Здравствуйте, меня зовут Анастасия Левкина. И так как Енишполе с карельского языка переводится как «Зайчье поле, зайчий край», сегодня я вам покажу, как сделать вот такого зайчика. Для этого нам потребуется два кусочка ткани белого цвета и цветного, небольшой отрезок кружева, ленточка, ножницы, мел, иголки и выкройки. Туловище зайчика выглядит примерно вот так. Также нам понадобится кружок 4,5 сантиметра диаметром и 3,5 для хвостика, чтобы сделать туловище. Нам необходимо пришить к белому куску ткани кружево и цветной. Ткань прикалываем и прошиваем. Лишнее отрезаем. И разутюживаем. Далее складываем пополам. Прикалываем выкройку. Вырезаем, оставляя припуск примерно 0,5 сантиметра. Также нам необходимо из белой ткани вырезать кружок диаметром 3,5 сантиметра. Это будет хвостик. Также оставляем припуск и кружок из цветной ткани диаметром 4,5 сантиметра. Здесь припуск можно оставить побольше, так как это будет донышко. Далее необходимо туловище зайчика, две детали сшить между собой. Когда две детали мы сошьем по бокам, низ зашивать не нужно. Мы ее выворачиваем. Начинаем набивать нашего зайчика. Все, кроме ушек.
Левкина. Чтобы зайчик был устойчивый, дно мы сделаем из картонки. Сначала ее обтянем тканью в тон тела зайчика. Кружок стягиваем, вставляем туда картонку. Пришиваем дно потайным швом. Нам осталось добавить хвостик. Белый кружок диаметром 3,5 сантиметра также стягиваем. Добавляем немножко синтепона. Стягиваем, закрепляем и пришиваем к зайчику. Осталось завязать ушки и нарисовать лицо. Глазки и носики я рисовала обычной подводкой для глаз. Щечки румяна. За 20 минут мы получаем вот такого зайчика.